Ультиматум залужного США дозволили быть дальними ракетами. Его план запрацював. Друзья, ставайте спонсорами канала, ставьте в підписуйтесь подписывайтесь, обов'язково на наш канал. переможемо разом. Слава Украине. Байден или администрация или Белый дом наконец-то разрешили Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России. Ну, поскольку это было неофициально объявлено, еще нету какого-нибудь официального заявления на сайте Белого дома. Поэтому я изучил несколько э, источников. Началось с того, что якобы будет разрешено, но последнее я прочитал Рейтерс, который пишет, что уже разрешила администрация. Э, также есть некоторые нюансы. В общем, конечно, о, такой, о таком заявлении, о таком событии надо читать уже в официальном сообщении. Но тем не менее, давайте обсудим и решим те противоречия, которые уже, в принципе, заложены э, в разных источниках. Итак, сообщение это для Reuters, а это было последнее, которое я читал, базируется на сообщении двух американских чиновников, которые сообщили, что оно есть, и Украина планирует провести свои первые дальнобойные атаки в ближайшие дни. Больших подробностей эти лица не сообщили. Согласно этой публикации, первые глубокие удары по российской территории Украина, скорее всего, внимание, скорее всего, нанесет с помощью ракет «Атакамс», дальность действия которых достигает 306 километров. Вот тут сразу возникает разнобой в оценках различных источников информации. Ну, CNN, допустим, она сообщила, что, в общем-то, не особо Большое значение, возможно, будет иметь это решение, поскольку ракет Атакамс немного. И потом, значит, она сослалась на то, что те Атакамс, которые поставлены, они имеют дальность не более 100 километров. Значит, тут нюанс первый. Во-первых, здесь говорится в последнем, повторяю, в последнем сообщении на эту тему, это Reuters, что речь, скорее всего, начнется с Атакамс. То есть Атакамс это не единственные дальнобойные ракеты, с которых будет снято разрешение бить, глубину российской территории. И тут же последовало. Times, вот, заблудшая британская, The Times of London, значит, пишет, что речь идет только о TAMS, поэтому Storm Shadow это не касается. Но тут же последовало сообщение Ле Фигаро, французского, которое сообщает, что Великобритания и Франция тоже вслед за Соединенными Штатами снимают ограничения. Таким образом, мы имеем Атакамс, и имеем Storm Shadow и французские ракеты Скальп. Тут уже веселее. Далее. По поводу источников. Первым глубокие удары Украина, скорее всего, нанесет с помощью ракет Атакамс. Да, их не так много, как есть но есть другие ракеты, которые гораздо больше. И тут вырисовывается опять ракета Джасн, о котором я вам раньше говорил, которые якобы уже были поставлены, находились у границ Украины, когда в Белом доме, в общем, там возникла, помню эту всю историю, с поездками Блинкина, Стармера и э, министра иностранных дел Великобритании в Киев, потом обратно, Вашингтон и так далее. Короче говоря, все это дело как-то так э, замолкло. Но теперь она опять становится на повестку дня. В отличие от атакамс ракет Джадсон гораздо больше. И у них дальность больше. Поэтому думаю, что вопрос с количеством ракеты, те, которые надо использовать, он будет решен. Решен с пользой для эффективности. Теперь решение это принято за два месяца до того, как произойдет инаугурация Трампа. Вопрос, не поздно ли? Ну, вообще, надо сказать, что ситуация такова, что лучше бы раньше, конечно. С другой стороны, лучше позже, чем никогда. Два месяца – это достаточный срок, если будет поставлено нужное количество ракет для того, чтобы решить важный вопрос. Важный вопрос – это тот, который касается создания Украине позиции силы для начала переговоров, потому что в последнее время западные наблюдатели отмечают это, ситуация на фронтах и в Курской области и на Донбассе для ВСУ складывались не совсем благоприятно. Теперь ситуация может измениться. Зеленский завершил переговоры в Лондоне с премьер-министром Стармером, а также новым генеральным секретарем НАТО Рютте. Ну, вы, наверное, знаете, что и Рютте, и Стармер выступили за то есть высказались за всемирное всевозможное действие по укреплению способности украины оказание финансовой и военной помощи но по дальности использования ракет никаких подвижек не было британия за но одна это она делать не хочет рют и говорит что это вообще не вопрос нато это так действительно это не вопрос нато это каждая вот индивидуальная страна которая может решить этот вопрос, должна его решить. Пока, значит, эта игла кощея, которая может принять это решение, она находится в Вашингтоне, она в руках или в сейфе у Байдена. У него сейчас горячая пора, немножко дальше вам расскажу, что происходит. То есть ждем, ждем, для меня самая долгожданная сейчас новость будет, или самая, которую я ожидаю с самым большим нетерпением это или перенос встречи в рамках Рамштайна, или же это вот встреча, которая в конце 20-х числа, где-то октября, должна состояться. Это встреча министров иностранных дел стран НАТО, плюс еще союзников. Там их должно собраться около 20, нет, около 50, около 50 представителей 50 стран. Ну и дай бог, там появится еще одна возможность, потому что я надеюсь, что Байден, ну и не только я, многие, многие в Вашингтоне надеются, что Байден должен сделать что-то для истории. Тем более, что борьба у него сейчас, его, хотя, вы знаете, он не идет в президенты, но он отчаянно борется за победу Камала Харрис, что говорит о том, что его собственное реноме Його місце в історії для нього дуже і дуже важливе. Екс головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist розповів, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Глава ЗСУ не сумнівається, що вони знову підуть. Цією стороною повідомляє телеграм-канал Топор в державі. Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн, все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв в 2 мільйона росіяни готують близько 500 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ. Зокрема, вже в вересні, але швидше за все, вже зимою Росія може розпочати великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі. Російські війська будуть прагнути відтіснити українські сили і навіть можуть здійснити другу спробу взяти Київ. Також він нагадав, що боєприпаси готуються, не дуже хороші, але все ж таки це не будуть ті ресурси, які могли б бути за два роки перемир'я. Це буде паршиво, і бойовий потенціал буде дуже і дуже низьким, навіть якщо він набере ще мільйон людей в армію, щоб кидатися трупами, як це робив Жуков, радянський воєначальник часів Другої світової війни. Це все одно не принесе бажаного результату. Західні джерела повідомляють, що командувач російськими військами, генерал Сергій Суровікін, завжди розглядав конфлікт з Україною як багаторічний генерали російського диктатора Володимира Путіна наполегливо продовжують підготовку і розгортання нещодавно мобілізованих військ та переоснащення промисловості, щоб допомогти військовим, в тому числі як кажуть українські командири. Шляхом виробництва артилерійських снарядів, відзначається, що заморожування війни повторило помилку трьох років, які передували вторгненню 24 лютого 2022 року. За цей час Путін нескінченно розмовляв з лідерами Заходу, які потурали йому в той же час готуючи армію до вторгнення. Залужний відзначив, що в Україні закінчуються запаси боєприпасів для існуючих оборонних систем. Американський ЗРК Патріот, які мають надійти в Україну, стануть величезним поштовхом для ЗСУ, у виданні зазначають, що Патріот вже готові до відправки. Повідомляє телеграм-канал Топор в Державі залужний також висловився про генерала Суровікіна. При всій повазі до пана Суровікіна, якщо подивитися на нього, то це звичайний командир часів Петра Першірі, скажімо так, держиморда. Дивишся на нього і розумієш, що або ти виконуєш завдання, або тобі кінець. А ми давно зрозуміли, що такий підхід не працює. За словами головнокомандувача, в українській армії все інакше, іноді 21 річні лейтенанти командують чоловіками, яким по 60 років. А тримати порядок кулаками і біцепсами в Збройних силах України не виходить завжди можна бути нормальним. Бути нормальним це значить залишатися людиною в будь-якій ситуації. Це найголовніше залишатися людиною, ставати лідером, бути розумнішим, бути сильнішим, бути талановитішим і тоді намагатися керувати людьми. Це релігія, яку я сповідую. Залужний підкреслив, що довіряє сирському і бажає Україні перемогти якнайскоріше слава Україні, героям слава. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів. Думка у кожного різна, та кожен фільтрує по різному прослухану інформацію. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні!